Аллаху Акбар, русичи. Наш русский брат Джефф Монсон теперь стал мусульманином. Он публично принял ислам в Москве, в отеле «Метрополь», в кругу бородатых мужиков, которые сразу же побежали его целовать. А ночью в спальне гостиницы его ждал уже следующий этап посвящения мусульманству. Кстати, пропаганда ЛГБТ запрещена в России, если что. Монсон рассказал, что обращение в ислам – это его осознанное решение, над которым он думал много лет. Правда, 2 года назад он покрестился в православии и даже стал крестным отцом какого-то ребенка. Ну, а еще раньше считал себя коммунистом. А еще ранее – анархистом и язычником. В общем, стадия шизофрении прогрессирует. Особенно после того, как Монсон получил российский паспорт. Кстати говоря, он так и не смог до сих пор выучить русский язык. Но это ему не помешало стать депутатом и даже написать пару законов. Теперь же Монсон сообщил, что нашел себя в кругу настоящих братьев. Видимо, русичи ему уже не совсем стали братушками. И принимает ислам в том числе в солидарность с палестинским народом, который страдает от злых евреев. Правда, как это поможет палестинянам, он не уточнил. Видимо, Джефф собирается поехать воевать в Израиль, как и все боевые мусульмане России, записывающие угрожающие видосы против евреев у себя дома. Возможно, после такого Монсон еще и примет заодно иудаизм. Ну а что такого? Ну а потом еще и можно и буддизм тоже принять, как еще один русич, Стивен Сигал. Будет настоящая комбо.